уже по традиции снова записываю видео возле таскборда. Сегодня поставили 85 километров по оптимизации. Старт от 12, через час 15 уже открыт воздушный старт, поэтому надо уже собираться по-быстрому. Погода сегодня хорошая, но единственное, что у нас ветер в спину на старте, то есть передавливает термичка периодически, и периодически создают смерчи на старте. Поэтому на старте надо быть аккуратным. Кучевки сегодня поменьше, но есть. Летим мы, значит, в одно из красивейших мест этого места. Я не знаю, как это называется. Марина Алексеевна, наверное, мне подскажет. В общем, я постараюсь, если я не забуду про камеру, я постараюсь снять все красоты и вам передать. Ну все, я пошла собираться. Надеюсь, до встречи на финише. Смерчик. Блин. Карусель.
два часа. Это была мега-гонка, где думать не надо было, нужно было просто топить. Но у меня было сегодня много приключений, начиная с того, что я сегодня стартанула, и стартанула с завязкой. Б-ряд был перепутан с клевантой, и правая сторона была уже зажата, то есть я правую спираль вообще не могла крутить. В итоге я немножечко выбралась выше старта, ушла в долину, оставалось где-то 15 минут до открытия старта, я ушла в долину, выжила полностью акселератор для того, чтобы расслабить немножечко на напряжение, натяжение на B-ряде, и тогда я уже начала просто вот за ряды полностью раскачивать крыло, чтобы вылетела палочка оттуда и развязалась. Вот. С какой-то там сатой попытки у меня это все получилось. Я наконец-таки выдохнула, набралась снова мужества, забралась, стартовала чуть ниже, чем остальные. Но в итоге в процессе гонки я отогнала всех и, в принципе, шла хорошо до финального глайда. Финальный глайд, я выбрала очень неудачную линию, и меня свело, и я практически уперлась в рельеф. Оставался только один вариант – прыгать в каньон, где меня заперло ветром, где я получала бюлей в роторе. Вот, и меня заперло полностью, не было скорости. Я думала, что все, я уже не долетаю до финиша. Но вылетев из каньона, там какие-то пузырики пришли, и благодаря им я прилетела на волну порядка 100 метров, наверное. В общем, на бровях. Вот. Вот и все. Жив цел орел. Посадка была ужасная, и порвался балласт. На посадке лопнул балласт, но главное, что все кости целы. И в общем, я счастлива быть здесь и говорить на камеру, все со мной в порядке. Все впереди 4